Ракитич, подача, Пике, удар, гол! Три корнера, пенальти, как было во дворе, но здесь три корнера, гол, Жерар Пике! Есть первый гол в Эль Классико! Они подают, и они выиграли! И здесь Жерар Пике, как же здорово он ушел! Вот этот вираж, сделав от Пепе, посмотри, вот здесь здорово будет видно, ему, по-моему, хороший заслон поставил Неймар, вот здесь. И уходит Пике. Идеальная подача. Идеальный удар в ближний угол. Пике открывает счет в этом матче. Не забивал. Модрич. Неплохо разыграли мяч футболисты в белой форме в центре поля. Игроки Реала атакуют. Марсело. Марсело тащит мяч к чужой штрафной. Марсело. Кросс. И можно пробить. Кросс. Передача. Бензема. 1-1. 1-1. Ну и каков Тони Кросс-то в этой ситуации? А по-моему, Тони Кросс один. Просто хочу оценить его хладнокровие, ведь он не бил поворотом, он всяко делал передачу. Действительно, низом мяч попадает в пятку Альби и прилетает к Бензема. Но Тони Кросс действительно, ведь он не бил поворотом, он делал пас. А как здорово прошел Марсело. Вот ключевой момент, как Марсело нашел свободное пространство. Марсело. Марсело почти без середины сейчас играет Реал. Быстренько пересекает центр поля. Удар Бейла. И гол! Боже мой! Мадридский Реал выходит вперед! Гаррет Бейл! Причем, обратите внимание, Гаррет Бейл попросил Роналду сделать передачу. Нет. Да, смотри. Показывает Эрнан Сернандес, рано радуетесь. Не защита. Был толчок со стороны Гаррета Бейла. Здесь, конечно же, нет никакого равновесия в борьбе, да, потому что, конечно же, проигрывает и в прыжке, и в антропометрических данных Жорди Альба Бейл. Тем более мы знаем, как Бейл еще и выпрыгивает. Давайте здесь смотреть. Бейл просит передачу, а кстати, конечно, нету, да. А где фол? Ну, выпрыгнул, да, и... Мне кажется, Альба... что нет нарушения прав, потому что Бейл выпрыгивает раньше и играет по мячу. Ну, знаешь ли, Рома? Больше, чем за три очка. Я уже говорил, что это игра престолов. Это практически Ланнистеры против Старков. И в меньшинстве сейчас атакует Реал. Бейл, подача на Роналду и Криштиану. Удар и гол! Все-таки забивает Реал, забивает в меньшинстве. Серхио Рамос был не нужен для того, чтобы забить второй гол в этом матче. Криштиану Роналду лучший. Там внутри все бурлит и клокочет. Еще больше 5 минут в меньшинстве на Кампно. Но пока мы разбираем этот гол. Передача Бейла на Криштиану Роналду. Смотри, они все-таки своего добились. Четвертая атака за последние минуты. И вновь с одного фланга на другой передача. Роналду очень здорово. Здесь, конечно, хладнокровно обыгрывает Дани Алвеса. И, конечно, Дани Алвес пролетел как... Ну, а что делать? Как... фанера над Парижем. Просто нельзя. И между ног мяч пролетает Клаудио Браво. Но так не должен играть защитник уровня Дани Алвес. Да, пролетать я...